Так, ну пока с этим, с Олегом Игоревичем, надо эти всякие, какие? Ну, 75-го года, год женщины, когда... Ой, уж... А что, 75-й год женщины был? Да. Опять? Да. Целый год мне сказала мать моей жены: Теодор, не ползайте по полу, вы забыли, видно, что должны отвезти ребенка завтра в школу. А жена сказала: привыкай и не делай из себя цунами. Даже сам товарищ Курт Вальдхайм объявил, что это да вот за нами. Ох, не допели мы и не допили, а гастрономы закрываются уже. И так сказал мне Вася: заменили на Петро букву М буквой Ж. Ну пришел я выпивший вчера, так супруга даром, что блондинка подыми держала до утра, заставляла петь два камбердинга. Да теперь от баб спасения нет, ведь один народ такой настырный, письма шлют в госкинокомитет, чтоб во всех кино снимался Штирлиц. Ох, не допели мы и не допили, а гастрономы закрываются уже. И как сказал мне Вася, заменили на Петро букву М буквой Ж. Теперь они сбираются в стада, даже коллективно ходят в баню, вспомнят, что зажгли мы жандарк, могут с нами сделать ебану. Мужики, я думаю о вас, принял обращение к народам, чтоб хотя бы получку и баланс этот год остался нашим годом. Но с кем ООНом спорить бесполезно, и у него, видать, все дамы на уме. Мне это надоело до зарезу, сегодня ночью на метро зарезу и снова там поставлю букву М. Ох, не допели мы и не допили, и скоро ли еще придется пить? Ведь по секрету Васе сообщили, что могут ход не бьющих объявить. А вот там одна рифма.